Всем привет, хорошего настроения. Сегодня 28 марта 2021 года. Снова на рынке. Довольно тепло, плюс 7, наверное, но грязненько. Хорошо, что одел сапоги. Сейчас посмотрим, что тут есть. Сыро, грязно. Хорошо сапоги одел. А, снег какой. О, колоночки от Корвета. Коровы. Что колонки стоят? Обе. Ну и все, вообще снег лежит. 28 апреля, а снега и грязи выше крыши. Рано сегодня с Лешкой приехали, еще половина ларьков закрыта. Кому книгов почитать? Пока ничего интересного. Надо до конца рынка.
Пошли в обратку между рядами. А сколько стоит «Зенит-4»? «Зенит-4» без объектива, он стоит 2500. 2500, а пятый? 8. Он с объективом, он сколько стоит? Динамик, футляр к нему. Так, и сколько он стоит, пятый? 8000. 8000. Да, он редкий. Как грязища. Ничего новенькое. Нет, такого ничего. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание. Thank you.
Сейчас спрошу у друга. Гинтерс или что это такое? Айдас, 1000 рублей. И Астра, да? 110. А, ну я вижу, да, слушай, да, в комплекте. Юбилейный. Ничего себе. Раритет. И даже с пленкой, да? 1000 рублей. И Астра. 110-я. А, просто 110, не S1. 1000 рублей. Я думаю, за 500 отдадут. Прикольно. Проигрыватель Аккорд стерео с двумя колонками, но без иглы. 1000 рублей. В чемодане. Еще вот здесь 60 Sigma и Меридиан. Аппаратура есть какая. Агово за 2000 предлагают, где работает. Батарейки типа есть, все. Аппарат, конечно, прикольный. Даже спросить без утра. Магнитолка укрылочная. Интересно. Лёшка уже весь бюджет истратил и идет в сторону дома. Поэтому Айфин даже ни одной пластинки не купил пока. Я уже, наверное, не успею. Лёшка торопится, у меня со временем все не очень. Разнобойный какой-то набрал. Вот, уточнил еще раз, сколько что стоит. Оказывается, торговля землей стоит 100 рублей. Но приезжать надо часиков 6 утра. И походу все места уже тут распределены между постоянными продавцами. То есть еще не факт, что место найдешь хоть сколько-нибудь прикольное. Вот, ну 100 рублей с земли еще никуда не шло. Еще более-менее такая можно отбить. Хочу даже, может, попробовать сюда выйти поторговать ради интереса. Когда-то давным-давно, в конце 80-х. 70-й год. На заре своей молодости торговала на рынке на Казакова. Так, ничего получалось. Ладно, иду с Лёшкой встречаться у того места, где все по 300. Будем направляться уже в сторону дома. Хотя сегодня так нормально. Форум представительный, как продавцов, так и покупателей достаточно, несмотря на эту грязюку. О, какая грязь. О. Хорошо, что сапоги одел, еще раз радуюсь.
В общем, ничего эксклюзивного сегодня не нашел. Где пройти-то? Чё, на встречняк, что ли, я выехал? Все мне на встречу идут. Пластинок есть, надо, можно было бы и порыться, но что-то как-то из-за того, что лимит по времени, особо и не порылся. Но они что-то такие дороговаты. Даже вот наши друзья из Узбекистана стали их уже продавать от 50 рублей. Как раньше по 10 рублей пластинок не вижу. Были времена. Гири покупаем. Зачем кому-то гири? Будем считать, что приближаемся. Где все по 300? А там сейчас стало неинтересно. Так, где Лёшка? Будем разбирать трофеи с рынка. Опять-таки ничем особенным похвастаться сегодня не могу. Начало все с того, что купил все вот такие очечки, потому что сегодня солнце в глаза светило. А я люблю очки типа авиатор по форме. Что не купить, думаю, новые абсолютно 100 рублей. 100 рублей. Вот у меня есть из любимых очки, это давно куплены, не на рынке. Вот, Ray-Ban, брендовые, реально вот... покупалась в футляре с тряпочкой, там с замшей для очистки стекол и все такое прочее. Вот, со всеми фирменными знаками. Вот, на стекле нестираемая надпись, как бы вытравленная. На дужках вот здесь очень мелко написано. То есть все отличительные признаки как бы фирменных очков. Но они с сертификатом присутствуют. Вот здесь на носовых зажимах под силиконовыми накладками тоже Ray-Ban указан. Ну и чем они отличаются? Да ничем. Эти чуть поменьше по размеру. Ну, здесь стекла, зеркальная тонировка впереди и сзади вот такая. Здесь сами по себе темные. Я больше такие люблю. И чуть поменьше размером получилось. Получились очечки, да? Купил чисто по рынку походить, чтобы солнце глаза не слепило. Ну, доволен. Пусть будут. А сейчас, собственно говоря, то, что было прям приобретено. Колоночки мне надо было. У меня есть радиола, магниторадиола Sirius Pana, Sirius 324 Pana. Купил на Авито, сейчас хочу отремонтировать.
Вот, а это, видимо, от какой-то, да, пристегивающейся колонки, от какой-то магнитолки были. Там радиола мне досталось, магнит радиола без колонок, без акустики. Поэтому я думаю, к ней приспособить вот эти. Только штекера надо поменять. Здесь какие-то широкополосные динамички стоят. А, вот. Все равно я эту магнит-радиолу собираюсь продать. Так что пусть будут к ней эти колонки. За 50 рублей что не купить? 50 рублей колонки. Антенны. Всегда нужны антенны. Так сказать. Купил вот такую антенну тоже за полтос, за полтинник, потому что вот эти вот ее, так сказать, усы. У меня много аппаратуры, которая требует смены антенн. Замечательно пойдет. Антенна телевизионная. Еще полтинник. Так, итого пока на 200 рублей, да, набрали. Вот такие интересные кассеты купил. Чуть у меня в коллекции их не было. Решил обе взять. Одна желтенькая, вторая беленькая. KDK. Написано Малахов. Кто такой Малахов, я не знаю. И что на этих кассетах записано, тоже не знаю. 90 минутки. KDK. Указано, что пленочка BASF там стоит. Такой вот ярлычок, этикетка. Мне понравилось вот это. Трехщелевой индикатор наличия пленки. Ну, а сам корпус непрозрачный на винтах. 90 минут и бас. Чего не купить кассеты? Тем более по 10 рублей за штучку. Желтенькая и беленькая. Пусть будут. Купил еще пленку. Что на ней, непонятно. Пленки сейчас как бы на 18-х катушках не часто попадаются. А это еще и в пакете была, видимо, хранили. Пакет, правда, не родной какой-то такой, но тем не менее приятно. 440116-6B, магнитная лента Свема. Написано на ней Yes, Tales of Topoga. Tales of Topographic Ocean. Посмотрим, есть ли там эти записи. Ну, а это мы уже покрутим с вами в рубрике «Не слететь с катушек». Так, кстати, ракорда нету. Ой, намотка какая-то жутковатая. Один ракорд задний есть, а передний нету. Лента по виду такая вполне малоюзанная. Смотрю с изнанки. Ладно, пусть будет. Катушка обычная, свемовская, черная. Это значит до следующего обзора. Вот. Потому что 50 рублей не цена для этой катушечки. Сейчас они продаются, начиная от 100 и в плохом довольно состоянии. Пусть будет. Так, что еще? Ну, конечно, вот это мой бредовое пристрастие к бритвам так и не остановилось. Спасибо Герману Ходоровскому, заразил меня, зараза, этой заразой. Ну, футлярчик интересный, зеркальце. Бритовка у меня такая же практически. И, о, такая, да, такая, по-моему, оранжевая. Харьков. Жаль, этикеточка стерта. Вот с вилкой, с переключателем сети. 220-127 вольт. Даже какая-то кисточка к ней имеет место быть. Но самое прикольное, тут надо выкинуть немедленно, что так, что здесь имеется инструкция. Что-то тревьё какое-то. Электробритва Харьков 6. Во, и даже паспорт. Инструкция по эксплуатации. Вот это я люблю. Надо полагать, родное все. Но место под запасные ножи опять-таки пустует. Да что такое, господи. Барахло какое-то сложено. Так, вот такие вот кубкообразные бритвы. Зачем купил, не знаю. А, побалуюсь, посмотрю, работает или нет. А потом все бритвы оптом в коллекцию продам. Возможно. Если кто-то купит. Чего не купить за 50 рублей, а? Нормально, нормально. Так, сколько у нас уже получилось? Так, 300 уже, да? Все вместе. Вместе с очками. 100, 150... 150, 200, 250, 270 пока. А еще вот эта антенка. 50 рублей. Так, еще одну бритву купил. Опять Харьков. Эхо. Вот такой у меня, по-моему, еще нет. Двухножевая бритва Харьков. И ножи вот так параллельненько стоят. Так, с этим есть. А по-другому открывается. Это для подбрития висков открывается вот так вот. Ага. Харьков тоже с переключением 220-110 вольт с кабелем. Все. Продавцы, продавая, кричали. В люксе бритва. Но, о, тоже, по-моему, смотри-ка, с инструкцией. Надо ее погладить, разгладить. Электробритва Харьков 44. Руководство по эксплуатации. Шикардос. А то я помню, на какую-то из бритв, на чайку, инструкции у меня не было. Покупал, искал долго в интернете, еле нашел.
стоила она что-то там с пересылкой, со всей фигней, мне 200 рублей инструкция обошлась, представляете? Вот. Ну, еще купил бритву чайку, которая у меня уже есть. Но это бритва для моего, для нашего ненаучника, для Виктора. Вот тут немножко подстерка, подстерта с этой стороны, а с этой она вроде нормальная. Все функционирует, судя по всему, и с, так сказать, с крышечкой. Семен, тебе тут что понравилось? Что, ты тоже будешь брать? Ну, почти все. Осталось только вот приемничек Невский купил, потому что он стоил 50 рублей. Вот. Приемник с фонариком, знаете, такой прикольный. Отодвигаешь эту задвижку и пуляешь фонарик. Средние волны, короткие волны. Вот. Пусть будет. Там, по-моему, даже аккумулятор еще, батарейка. Кабель для замены. А, бритва чайка досталась без провода сетевого. Вот, увы, я купил вот такой на всякий случай, но он, по-моему, по ширине вот этих своих не очень сюда подходит. Ну, что-нибудь придумаем. Может, я придумаю, может, Витя придумает. Пока этот проводок положим сюда. Он вместе с бритвой мне его отдали, тот же продавец продавал бесплатно. Бритва Харьков обошлась в 200 рублей. Так, потому что Харьков редкая бритва. Но я решил ее взять. Ну и наконец, просто так вот люблю, вот кое-какие машинки у меня есть там в коллекции. ГАЗ-69, ЛУАЗ военный. Вот тут попался такой интересный джипик, тоже что не купить за 50 рублей. Виллис армейский, штатовский, USA. Пусть будет. Все, не иди отсюда, а. Ходишь тут, заслоняешь все великолепие наших покупок. Вот такая небольшая горка барахла с сегодняшнего рынка у нас появилась. На этом обзор заканчиваю. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.